Дмитрий Клятов. Александр Григорьевич, уже несколько раз переносилось срок заседания, переносилась контактная группа по Украине в Минске. Складывается такое впечатление, что переговорный процесс зашел в тупик. Если это так, в чем вам видится системное противоречие непреодолимое? И как вам видятся варианты все-таки возобновления диалога? Приоткрою небольшой секрет. В воскресенье, скорее всего, мы встретимся с президентом Украины. Мы вчера созвонились, позвонил мне и попросил, чтобы мы как-то встретились, переговорили по некоторым вопросам, да и я изъявлял желание, что нам есть о чем поговорить в этой ситуации. И исходя из этого разговора, я понял, что украинское руководство, в частности президент Украины, абсолютно не является препятствием к началу нового раунда переговоров в Минске. И как он сказал, что он ждет сейчас реакции со стороны руководителей Луганской и Донецкой республик. Если там договоренности будут, то в ближайшее время они могут собраться снова на этой площадке в Минске, чтобы продолжить дальше диалог и подумать, в каком направлении они будут двигаться. Поэтому я не хотел бы, я и так много вам сказал, в этой части я не хотел бы предвосхищать этот процесс, но самое главное — это диалог. Как бы ни было сложно, я понимаю президента Украины, но иного пути, как садиться за стол переговоров и вести диалог, ни у него, ни у руководителей Донецка и Луганска нет. Надо разговаривать. Все равно когда-то будет мир. Но нельзя дальше идти путем эскалации и гибели людей, ни в чем не повинных людей.